По данным следствия, на окраине поселка Нахой молодые люди по условному сигналу напали на водителя и при помощи ножей расправились с ним. Затем, завладев машиной, они направились в сторону Забайкальского края, но по пути заблудились. Возле села Заиграево они избавились от тела потерпевшего, спрятав его, а затем попытались выехать к трассе, но в болотистой местности застряли, в связи с чем им пришлось бросить машину. Они на попутках добрались до своего дома, где вскоре были задержаны.